Петр Кислов родился 2 июня 1982 года в городе Глазове, Удмуртская ССР. В 2003 году окончил Нижегородское театральное училище, класс Ф. Богомазова, в 2006 году, школу-студию МХАТ, класс И. Я. Золотовицкого С. И. Земцова, первая жена, Анастасия Макеева, 25 августа 2007 года женился на певице Полине Гагариной. 14 октября того же года у них родился сын, Андрей. 31 марта 2010 года Гагарина и Кислов развелись. Уже в бытность студентом школы-студии МХАТ Петр Кислов удостоился театральной премии «Хрустальная турандот» за роль Вали в спектакле, изображая жертву, как лучший дебютант. Об игре Кислова в этой роли так пишет рецензент Марина Квасницкая. Россия. В 2006-2008 году Кислов играл в труппе МХАТа им. А. П. Чехова, помимо своего дебютного спектакля, участвуя в постановках «Амадей», «Вертичелли», «Пышка», «Корнеуде», «С любимыми не расставайтесь», «Алферов», «Солнце сияло», «Стас», «Ундина», «Рыцарь Ганс». Также Петр играл в спектаклях театра-студии Олега Табакова, «Потомок», «Дима» и «Псих». Игорь с 2009 года играет в спектакле «Территория любви», «Пол», театрального агентства «Арт-партнер 21». На экране Кислов впервые появился в 2005 году в телепостановке «Психа». В 2006 году снялся в многосерийном фильме «Счастье по рецепту», а в следующем году уже сыграл главную роль «Холопа Андрейки» в кинофильме 1612. Хроники смутного времени. За эту роль в 2008 году он был удостоен приза «Золотая Анни», присуждаемого лучшему исполнителю мужской роли на Международном фестивале патриотического кино на Волжском рубеже. Чебоксары также сыграл одну из главных ролей «Хакера Тропы» в сериале «Сеть». В 2009 году снялся также в одной из главных ролей «Оборотня Макса» в триллере «Я вас жду, волки», а в 2012 году получил центральную роль в сериале «Твой мир».